Владимирцам начисляют двойные платежи за капремонт. Этим вопросом задался региональный антикоррупционный центр после многочисленных обращений жителей. Отдельная квитанция от фонда капитального ремонта приходит владимирцам уже 3 месяца, а соответствующая строчка на содержание и ремонт в платежках от управляющих компаний не уменьшилась ни на рубль. Хотя, по идее, должна бы, ведь теперь управляшки могут собирать деньги лишь на текущие работы по дому. Сумма в платежках, которые они получают от управляющих компаний, она не изменилась. Она была такой же и в 2012, 2013, 2014 годах. И вот у нас есть последняя квитанция, в которой точно такая же сумма указывается, несмотря на то, что пришла и вторая платежка за капитальный ремонт отдельно. То есть мы хотим выяснить, насколько правомерно начисление вот этих вот денежных средств управляющими компаниями. И если эта разница, если платеж не стал меньше, то куда идут эти деньги, на что? Общественники обратились за разъяснениями в прокуратуру и жилищную инспекцию. Они просят проверить данные факты и, если будут выявлены нарушения, принять соответствующие меры.